поселок Витязь. Вот эта вот дорога идет на бухту Астафьева. Очень убитая. До этой трубы дорога еще более-менее. Квадроцикл это идеальное средство передвижения. Нужен хороший джип, чтобы тут ехать. Кстати, это кладбище. Все, связь. Оно на середине пути находится. Вот на такой машине тут можно ехать. Дорога Витязь Астафьева. Двухосный КамАЗ. Подходящая техника для таких дорог. Очень-очень старое кладбище тут. Супер жесть дорога. И кладбище как раз рядом. Они вот тут вот едут. Кладбище. На лошади здесь хорошо.
Не, на приусах здесь явно не ездили. Даже если он совсем безбашенный. Вот место разъезда машин. Стоянка. Все вниз. О, какая ягода! Какая необычная ягода! Не могу сфотографировать такого красавца. Дорога бухта Витязь, бухта Астафьева. Дошли до верхней точки перевала. Вот такая тут дорога. Вот она, бухта Астафьева. Заповедник. Не стоит по этой дороге ехать, по прямой, по которой мы шли. Ну, они все кривыми дорогами ездят. Вот там, я говорю, в объезд это как-то. Значит, на Гамов дорога идет, там в объезд дорога.
Вот эта дорога. Вообще. Астафьева. Это еще круче дорога справа. Промоина. Достопримечательность, помойка. Дальше не пустят. Здравствуйте. Это самый крутой спуск в бухте Астафьева. Песок должен быть классный, белый. Белый-белый песочек. Бухта Астафьева.